В конце мая Тольяттинский автозавод сообщил рекомендованные цены на новую «Лада Веста». Однако на деле эти цены оказались недоступны, и найти машины по озвученной стоимости у дилеров оказалось невозможным. Хотя производитель ранее озвучил цены от 1 239 900 рублей, что составляет примерно 15 500 долларов США, официальные дилеры «Лада» начали увеличивать стоимость на автомобили за счет дополнительных опций. Так, например, в Санкт-Петербурге официальный дилер «Лада» завысил цены на «Лада Веста NG». Топ-версия седана в исполнении «Техно» оценена в 1 700 000 рублей, что по нынешнему курсу получается примерно 21 000 долларов США, в то время как официальная рекомендованная розничная цена составляет 1 570 000 рублей или около 19 400 долларов США. Напомним, что президент АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о введении предельных цен на продажу «Лада» в российской дилерской сети в мае, и то, что нововведение по контролю предельных цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка. Однако сейчас становится ясно, что это не сможет повлиять на дилеров, которые завышают цены на машины. И теперь уже можно практически утверждать, что реальных покупателей будут склонять к версиям ценой в районе от 1,5 миллиона рублей за среднеоснащенные «Лада Веста» с парктроником, обогревом лобового стекла и 106-сильным мотором. А топ-версии с мультимедийной системой Enjoy Vision Pro в исполнении SV Cross будут предлагаться у дилеров примерно за 1 700 000 рублей. И здесь нужно учитывать отсутствие у «Лада Веста» на данный момент части оборудования, которое появится позже и поднимет планку цен еще выше. Это и двигатель внутреннего сгорания 1,8 литра, и китайский вариатор, и система стабилизации. Также стоит учитывать традиционную манеру АвтоВАЗа повышать стоимость моделей несколько раз в год. Поэтому получается, что когда АвтоВАЗ наладит стабильную сборку полностью укомплектованных «Лада Веста», ценник в 2 миллиона рублей будет казаться нормальным для покупателя «Весты».